Готовы амулеты? Не знаю, мне ничего не говорили. Султан будет смотреть на меня одну. Я навешу эти амулеты на все платья, подушки, одеяла. И они уберегут меня от зла. И отведут руку любого, кто затеет что-то дурное. Да. Я Валиде Султан сегодня не видела. Валиде Султан отдыхает. Она сейчас спит. Ладно. Тогда я зайду к Хатидже Султан. Хатидже Султан тоже отдыхает. Навестишь ее, когда она встанет. Надо же, знатный род слег. Им тоже нужны амулеты. Хатидже Султан. Хюрем. Дайя Хатун меня не пустила, но я беспокоюсь. Зашла узнать, как ты. Да, ничего вроде. Твоя болезнь называется любовь. Не любовь, Хюрем. Ты всего не знаешь. И никто не знает. Чего не знает? Ну, скажи мне. Матушка меня замуж выдает. За Ибрагима, да? Нет. За Мехмета Челеби, сына Бири-паши. А Ибрагим как же?